Всем привет! Сегодня вечер, 24 мая. Что-то не спится. Решил показать свой, так сказать, суккулентный садик, который выращен полностью из листиков. Здесь нету ни одного полноценного, так сказать, растения. Все листики. Вот эхиверия из двух листиков и дала вот такой прирост. Вот она, эхиверия вот эта. Это вот адрамискус. И вот его новые листики. Потом вот какой-то суккулент, не знаю, что это. Вот это его новые ростки. Это эхиверия нодулуза маруба. Она укоренилась, но пока ничего нету. Это гастерия. Ну, она прям шикарная. Прет отовсюду. По-моему, гастерия, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте. Так что вот такая. Этому сидит он. Сидят они все в личузе. Ни разу не сидели они в это, как в грунте. Вот такой цвет имеет. Болотный. Ну, это нормально, это бывает. Посажены они все январь, февраль, где-то вот так вот в это время. Вот, за, грубо говоря, в мае, в январе посажены. Вот. Январь, февраль, март, апрель, май. 5 месяцев, да? Вот за 5 месяцев вот такой вот результат. Есть еще второй у меня тоже. Суккулентный садик, так сказать. Тоже в это время где-то посажен, но он не очень дает результаты. Единственное, вот это был листик, и вот они маленькие ростики повылазили. Их от камешков так сразу и не отличишь. Вот какой-то, ну он, если вот так вот подергать чуть-чуть, он как укоренился, там корешки есть. Но не видно пока от него растений, ну этих деток. И вот еще тоже так дергаешь, он как бы укоренился. Самое укоренилось — это вот эта вот гастерия. Вот он прям хорошо так сидит. Это у меня отвалился лист от эхиверии Этна. Ну он пока неделю лежит где-то, наверное. Еще пока ничего не дал. И вот еще эхиверия какая-то. Ну, я не хочу. Ну, он такой вообще как бы. Ничего, сидит. Лежит просто и все. Поливаю я раз в неделю, что вот этот, что вот этот. Смотрю, как, чтобы вот здесь появилась вода. Ну, тут как бы много личузы. Полил, вода появилась, все, потом до просушки. И здесь также. Ну, а эту или по весу там бывает, или как бы смотрю. Так что пробуйте, экспериментируйте. Мне как бы понравился такой эксперимент. Если будет вариант еще где-то раздобыть листиков, то легко, я думаю, повторить этот эксперимент. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Подписка, лайки, комментарии. Всем пока.